Так. У меня так толчок и такой получается. У меня толчок, это совсем другой получается. Я не могу. Я так не могу. Я думала, у техники. Ага, у нас связать хотите? Нет, она нас связать Андрей. Хочет, не надо. Андрей. Итак, друзья, вы готовы? Да. А что отвечают испанцы? Нет! Много рига! Первый дошел до каната, первый по центру. И не было никого. Смотри, давай переходи мне. Чем выше, тем устойчивее. Ну, вообще, в принципе, основная цель Рубикона это, в принципе, командообразование. Они проходят высоту, они сами за себя боятся, но если кто-то начинает бояться рядом, они перестают бояться за себя и начинают бояться за товарища. И вот тогда считается, что инструктор сработал хорошо. Держись. Тебе сейчас нужно... Да, да, молодец. Тебе сейчас нужно выйти на башню. Кто там на башне? Забыли. Спасибо. Отлично, красотка. И Рубикон, он помогает смоделировать ситуации, которые могут быть у детей в жизни, на высоте. То есть самое главное, чтобы в детях появилось какое-то зернышко, которое они принесут в мир. Давайте. Так. Ага. Друзья, вы прям к концу технику наладили. Карида. И считаем. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ага, по одному осторожно, не заваливаясь, выходим. Сильно не отталкиваемся, иначе будет что? На самом деле мы все инструктора, когда проходим Рубикон первый раз, нам в первый раз тоже страшно, мы тоже люди. Мы очень боимся, подойдем ли мы этому месту. И ты думаешь, господи, зачем я сюда приехала? На мне будут жизни вот этих детей. Молодец! Ногу! Нет. Левую! Нет! Стоп! Нет! Да, помогите! Давай! Я больше никуда не хочу! Там еще не упали? Стоп! Повторите старую схему. Все то же самое. Вы думаете, что не сможете, на самом деле вы сможете. Это самое главное. Давайте. Только сначала вам нужно поменяться местами. Вика и Андрей. Да. Молодцы, умнички, победители. Ну, ребята, вы красавчики. Вы достигли вершины. И достигли вы этой вершины. Молодцы. Где-то за 9 минут. Это достаточно быстро. И у нас 9 минут болят пальцы. Вы большие молодцы. А главное, что у каждого.